Хорошо. Я еще хочу кое-что про... Можно про этот конкретный фильм, вообще про ваше творчество? Какая самая необычная реакция прилетала на ваш фильм? Не в обязательно, там, плохая или хорошая. Ну, было бы хорошо, если бы сказали и хорошую, и плохую реакцию. Обычно приходят такие 50 на 50. То есть есть за что похвалить, есть за что поругать. Но в большинстве своих проектов я сам вижу обычно ошибки. Мне, в принципе, указывают тоже на них, но... Если учесть, что все время получается, когда я работаю, я один над фильмом работаю, то есть и звук получается вытягивать, и с актерами работаю. У меня были такие моменты, когда дети сами замечали, что, например, отыграли дубль, но камера была не включена, то есть я не заметил. Приходилось все восстанавливать наоборот, заново, то есть и снимать дубль по новой. То есть бывают такие моменты, когда трудно одному следить за процессами. Ну, обычно как, если... Конструктивная критика, там, ну, критикует реально, указывает на те самые моменты, которые, пункты, которые реально заметны. А в основном это просто в два слова напишут, там, ужас, хрень, и бездарность, и смотреть невозможно. То есть никакой конкретики, это большинство тех, кто чисто не общаются просто со мной, или просто хотят, наоборот, подпортить.